Так, это по-прежнему находится у нас здесь. И вот так. Сделаем так. Теперь Shift-D. Rotation 90 градусов. Отлично. И тоже это можем сделать. Shift-D. Rotation 90 градусов. Все, отлично. Теперь нам надо сделать здесь парочку таких заводилок. Помните, он так подкручивал, что-то там заводил. Дамблдор. Так, сюда идем. И делаем следующее. Сейчас давайте мы вот так поступим. Возьмем опять же цилиндр. Вот так, 18 есть, да? Поднимем его наверх. Сделаем маленький сначала. Такой, скажем, да? Поднимем его наверх. Сюда. Еще малость меньше. Хорошо. А далее мы с вами поступим так. Тоже мы ее сейчас разделим, наверное. Так, я вот думаю, как лучше это сделать. Давайте вот что сделаем. Мы сейчас ее уменьшим по оси Z. Вот так. Вот так. Сделаем основание, да? Вот так, основание. Теперь мы можем сказать, что давайте-ка, ребята, нам поменьше нужен. То есть и... Стоп. Вот так, и вот так будет хорошо. И это тоже поднимем наверх, Е. Вот так. Далее. Немножко Е. Чуть-чуть. И С. Вот так сделаем, да? И опять Е. Так. И вот там мы сейчас с вами S. Так, сделаем. Хорошо. И наверху еще раз и сделаем вот так. И поднимем E. Вот так. Здесь сейчас мы просто-напросто сделаем Ctrl-B. Она неправильно работает. Почему-то потому что выделяем все. И говорим, что видите, тут чего только нет. Reset. Вот. Все, мы их тут заресетили. Нет. Теперь этот, это ребро. И Ctrl-B, естественно. Так. Ну, вот так меня вполне устроит. Так. Да? Теперь смотрим единичка. И вот это выделяем. Опа. И Ctrl-B говорим. Делаем такую шишечку. Шишечку. Хорошо. Вот так шишечка есть. Прекрасно. Теперь займемся этим. Так. Как она должна быть? Давайте Ctrl-R и сделаем раз, два. Вот так. Три. Теперь вот этот возьмем ребро. S. Растянем. Вот это возьмем ребро. Тоже растянем. И вот это возьмем ребро. Тоже потянем. S. Вот сделаем вот такую. Не знаю. Так. То здесь понятно, что мы Ctrl-B должны применить. И вот так его. Много нам не надо.
И, наверное, здесь тоже. Ctrl-B. Должно получиться, в общем-то. Сейчас отнесем ее с контурами. Знаете, что мне кажется, немножко непропорционально получилось, но мы сейчас сделаем следующее. Мы G все равно надо вот это увеличить, вернее, а здесь S. Ничего, ничего страшного. Теперь вот этот возьмем. Смотрим спереди. И сдвигаем просто-напросто. Вот так. Так. Это тоже мы немножко увеличиваем. Тянем G по Z. Вот так. Вот, теперь у нас все хорошо, мы можем это все выбрать и пропорции сделать. Так, мне, знаете, что не нравится, что вот это вот все находится где попало. А, давайте-ка мы ее подвинем. Вот это вот все выделим. Так, это вот это и это. G по Y. Нет. А вот это надо. Да что ты такое будешь делать? Так, понятно все. L P Selection. Все. Управились. Теперь идем опять сюда, в объект мод, выделяем это все, я надеюсь, все выделилось, так вот, и двигаем G по Y, вот, на серединку двигаем, так, ага, и пивот их не сделаем, курсор вот сюда, все. Ну. Далее еще мы должны кое-что сделать. Так. Так. Вот эти три. Раз, два, три. Мы должны их потянуть по S, по Y. Чуть-чуть. Вот так. Хорошо. Дальше двигаем сюда. Берем эту штуку. Просто уменьшаем ее. Да, так, S. А, так мне не надо. Тут мне надо теперь объект с этой по геометрии. Вот так. По геометрии будет все нормально. И вот мы ее вот так уменьшаем. И опускаю вниз. Да. Смотрим с этой стороны. Вот я не знаю. Так, ну-ка S еще. Так. Да, опускаю вниз. G по Z. Вот так. Опускаю вниз. Хорошо ли это будет? Сейчас посмотрим. Так. Не совсем она мне что-то нравится, не знаю почему, но сейчас я подумаю. Так, теперь мы вот это дело все подправили. Выделяем объект мод. Так, говорим, что это будет у нас subdivision, surface и smooth. Хорошо выглядит. Так, дальше мы возьмем, скажем, пивот у нее будет
3D-курсоре, берем rotation и говорим 180 градусов. Да, но мы забыли сказать, что Shift D. Вот теперь rotation и 180. Вот так. Вот теперь у нас две таких пимпочки чудные. Сколько времени-то на эту пимпочку потратили, ёлки-палки.
Так, еще немножечко уменьшим. Где-то, да? И по оси Z мы увеличим. Допустим, вот так. G. Есть. Вот такая. Ну, может быть, еще поменьше чуть-чуть. Ну, тут все на глазок, ребята. Поэтому все нормально. Shift. Хорошо. Далее мы сделаем следующее. Мы пойдем в объект мод и git mod. Выделим здесь ребро какое-нибудь. И сделаем следующее. Ctrl-R. И сразу размножим их. Вот, скажем, вот так, я думаю, будет хорошо. Размножить и вот так их сюда поставить. Все. Дальше тут интереснее будет. Нам надо сделать типа, знаете, песочных часов таких. Так, S. Так. Тоже S. Так. Да что ж ты. Так, еще раз. Допустим, так. Ну, это оставим в покое. Здесь S. Так, здесь S опять. Ну и тут сейчас правим, как нам нужно. Вот это по оси Z. Давайте уменьшать. Так. Вот это немножко увеличим. И вот получим такую вот немного странную, но тем не менее интересную штуку. Давайте мы ее увеличим по оси Z еще, чтобы она у нас вот туда вошла. И G возьмем по оси Z. Вот так поставим. И теперь на серединку. G по оси Y. Та-дам, та-дам-да-дам. Смотрим. Да, вот такая она должна быть. Может, чуть покрупнее сделать. Хотя... Так, хорошо. Что тут у нас за колечко? А, мы его забыли. Ну ладно. Не хочешь, не надо. Так, теперь мы берем эту штуку, говорим, что у нас subdivision. Говорим, что у нас smooth. Здесь тоже 3. И здесь 3. Далее просто все. Убираем объект set origin в геометрии 3D курсор. Вот он встал туда. Так. И теперь Shift D Rotation.
И делаем вот сюда. Так, стоп, 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 стоп. Так нельзя делать. Надо делать rotation тогда, когда это надо. Вот сюда мы его поставим, да и все. 180 градусов здесь стоит. Y 15 уберем. Вот так. Все хорошо. Вот у нас две таких бабышечки теперь стоят, на которых будет она как бы крутиться. Вот это. Хорошо. Есть.